Жители Якутска напишут географический диктант. Второй всероссийский географический диктант будет проведен 20 ноября. Напомним, что этот диктант впервые был проведен по инициативе Русского географического общества, и в нем приняли участие более 7 тысяч жителей республики. По результатам первого всероссийского диктанта Якутия стала лидером среди субъектов России по количеству участников и заняла третье место по качеству написания. Жители города Якутска тоже проявляют активность. Интерес. В этом году в столице для проведения мероприятия будут работать 71 опорная площадка, а сам диктант могут написать как взрослые, так и дети.